Я вот для него все делаю, я вот ему угождаю, там подстилаюсь, расстилаюсь. Ребята, разница между служением достойному мужчине, зрелой личности, встать в служение и стараться сделать его счастливым, это один вариант. И он будет продуктивен. А исполнять капризы психически нерожденного капризного мужчины, то есть есть достойный мужчина, а есть недомужчина, он недорос, психически нерожденный. И вот исполнять его капризы, терпеть его прихоти, ключевое слово терпеть, стать удобной, вот это вот, это вы не в служении, вы терпите, вы не даете, а вы даете в долг и ждете обратную связь. В связи с этим обида вот здесь и психосоматика. Поэтому, когда вы отдаете себя, растворяетесь в мужчине, это ничем хорошим не заканчивается, особенно не с тем мужчиной.